Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 19 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Крошечка-хаврочка собрала с одной яблони 4 корзины яблок. По сколько-то килограмм в каждой. Сколько всего килограммов яблок собрала крошечка-хаврочка с этой яблони? Дополню свою задачу таким числом, чтобы в ответе получилось число больше 30, но меньше 90. Попробуй найти два варианта. Четыре корзины яблок по 20 килограммов в каждом. И тогда, чтобы решить эту задачу, мы 20 умножим на 4. Получится 80 килограммов яблок собрала крошечка-хаврошечка. Записываем ответ. 80 килограммов всего. Мы можем взять также число 10. В этом случае мы 10 умножим на 4, это получится 40. 40 килограмм яблок всего. Оба этих числа, и 80, и 40, больше 30, но меньше, чем 90. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.